Здравствуйте. Это называется насыпной яблочный пирог. Сюда еще добавила чернослив, орехи. Сначала смешиваем сухие ингредиенты. Это стакан манки, стакан муки и стакан сахара. Я взяла немножко меньше стакана, потому что яблоки очень сладкие. Добавляю сюда 1,5 ложки чайных разрыхлителя и все это хорошо перемешиваю. Так, яблоки будем натирать на крупной терке. Ну а для этого сначала выберем середину. Дно разъемной формы застелила бумагой и натерла маслом, которое лежало в морозильном шкафу. И сейчас сверху присыпаю это все этой сухой смесью. Дальше буду выкладывать яблоки. Тоже таким равномерным слоем по всей форме. Выкладываю половину яблок, чтобы сделать потом еще один слой. Так, сверху на яблоки присыпаю немножко корицей. Яблоки любят корицу. Так, сверху орехи грецкие. Миллилитров 100 где-то, горсть орехов где-то так. И можно изюм, а у меня чернослив. Сейчас равномерненько расправлю. И тоже хорошо с черносливом. Чернослив дает немножко такой привкус сладковато-кислый. И сверху опять высыпаю слой смеси сухой. И сейчас возьму масло с морозилки и еще здесь сверху сделаю слой. Так, можно немножечко придавить. Масло можно и нарезать, можно и натереть вот так на крупной терке. Только надо, чтобы оно было замороженным. Тогда оно хорошо. Его можно натереть. И сейчас я немножко так распределяю. Так. И сверху опять выкладываю все яблоки. Здесь уже получится, может быть, немножко слой потоньше. Ну, чем больше яблок, тем пирог будет такой сочный. Так, и высыпаю оставшуюся смесь. В духовку разогретую на 180 градусов отправляю пирог для выпекания. Пирог очень вкусный, нежный, ароматный такой. Так что готовьте. Кто зашел первый раз на мой канал, подписывайтесь на канал. И будьте здоровы. До следующих видео.